Неделя родительской любви продолжается в Гродно. На этот раз в центре внимания семьи, которым в одночасье посчастливилось стать многодетными. Родители тройняшек со всей области приехали на праздник в перинатальный центр, где малышам в разные годы помогли появиться на свет. Приглашение получили 9 семей и врачи, принимавшие роды. Среди почетных гостей – руководство региона. Владимир Каранник, Юрий Караев и Людмила Кеда, которая за время врачебной практики приняла более 10 тысяч родов. Поздравили родителей и детей, пообщались с ними и в очередной раз убедились – каждая история удивительна. Например, семья Мосджер много лет мечтала о детях. Однажды после очередной неудачной попытки супруги решились усыновить мальчика. А после узнали долгожданную новость о том, что ждут тройню. Теперь у них четверо детей. В окружении счастья живет и Светлана Лукашевич. Вместе с мужем они воспитывают трех мальчишек. Малыши родились в этом учреждении 15 апреля 2014 года. Многоплодная беременность стала для супругов полной неожиданностью. Да и сама ситуация была экстренной. И дети родились с различной массой тела, а их младший брат совсем крошечным. Сначала нам сказали, что у нас будет один на первом УЗИ. Мы с этим смирились, а на втором УЗИ уже нам врач сказал, что у нас будет трое деток. Я не поверила сразу. Я сказала, что у него очень хорошее чувство юмора, что он хорошо шутит. Он говорит, нет, я не шучу, говорит, вот, говорит, давайте считать с вами. И мы начали считать, действительно, и вот получилось у нас трое мальчиков. 900 грамм, кило 300 и 2,133 родились у меня детки. Вот. Ну, все хорошо, все благополучно, растут, радуют нас с папой. Врачей, принимавших роды, в эти минуты переполняет гордость за свою профессию. Многоплодная беременность – всегда высокий риск как для мам, так и для малышей, которые обычно стремятся появиться на свет раньше положенного срока. Это может вызвать различные осложнения. Именно поэтому в процессе задействована большая команда специалистов – акушеры, медсестры и врачи различного профиля. Награды всему персоналу, который участвует в родовспоможении в такой ситуации. Несомненно, в случае хорошего исхода является не трехкратное счастье, а это 10-100-кратное ощущение счастья и такой необходимости, наверное, твоей профессии. Спустя столько лет мы видим счастливую семью, мы видим здоровых детей, которые строят свои планы на будущее. И хочется пожелать одного. Вот мы присутствовали при их альфе. Хочется, чтобы до своей омеги они дошли здоровыми, счастливыми и удачливыми. Всего в Гродненском регионе 14 859 семей имеют статус многодетных. За 9 месяцев этого года принято 1102 решения о назначении семейного капитала.